Всем привет! С вами канал Art Money. И сегодня у нас видеообзор на вот такие конфетки из магазина Fix Price. Стоили они в районе 50 рублей. Так, называются они карамель. Микс печенья с мягкой сливочной карамелью. Должна она выглядеть у нас вот так, запоминаем. Так, сладиал. Так, что здесь? А, состав. Состав, кому интересно, нажмите стоп и прочитайте. Но я вижу, по-моему, он очень длинный. Кстати, здесь ВКонтакте смотреть они есть. В Одноклассниках, в Инстаграме даже есть. Это еще зеленый. А, и почта. Так, печенье сахарное. С карамелью. А, даже печенье. Даже не конфеты, а печенье 250 грамм. Так, с этой стороны для Казахстана. Кто видел в Казахстане, пишите их. И Украина. Не только в России. И давайте откроем. О, смотрите, их прям много. 250 грамм. Прям достаточно. Еще 3 пачки таких купите, будет килограмм. Так, давайте посчитаем их. Сколько штук здесь? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Ну, они везде почти. Либо 16 штук, либо 13. Где-то так. Так, выбираем любую. Такая она, кстати, чувствуется плоская. Легенькая, длинненькая, печенье-карамель, вафельная крошка. Ее даже, мне кажется, можно угостить. И, кстати, фольга здесь. То есть, если, допустим, сильная жара, 36 градусов, то она от вас не сбежит никуда. С одной стороны, это удобно, но если подумать о природе и экологии, то это совсем неудобно. Не знаю, раньше же у нас не убегали с вами конфеты при жаре сильной. Или жары не было. Вот так она выглядит, как непонятно кто на тарелке. Такая она. На жучка похожа. Кстати, довольно аккуратненько она выглядит, довольно нормально так. Как обычный батончик она выглядит. Опа. И режется хорошо. И выглядит, кстати, она точно та же, как и на упаковке. То есть вот на упаковке серединку смотрим и здесь. А, на упаковке вообще карамель коричневая. То есть здесь, кстати, карамель, она какая-то темная. Более темная. Я думала, шоколадная, но нет. Отличается все равно. Все равно отличается. И вот так вот всю жизнь. Редко где они совпадают. И, как правило, дорогие при этом. Так, ну давайте будем ее пробовать. Такая она маленькая сразу стала. Попробуем? Мне кажется, вкусно должно быть. Но она довольно жестковатая. Ее пожевать надо. Надо потрудиться, чтобы ее пожевать. Прожевать, вернее. Неприторно сладкая, нормальная. Печенька такая, даже, знаете, по вкусу на какую-то конфетку похожа из 90-х. Сама печенька какая-то, у нее странный вкус. Как будто взяли какую-то дешевую совсем печеньку. Ну, или карамель, не знаю, там такой вот присутствует какой-то вкус непонятный. Вот такая нормальная, в принципе. Так вот угостить кого-то, перекусить где-то. Сойдет. Не сказать, что прям вкусная. Купила бы ее снова? Нет, наверное, не купила бы. Что-то она мне не очень зашла. Ну и после вкуса остается тоже какой-то странного вкуса непонятного. Видимо, это карамель. Непонятная, из чего-то сделанная. Что-то такое странное. Ну, такое нормально, можно покушать. Ну, зато у нее, смотрите, упаковка такая красивая. Можно дать ребенку в школу, вернее, чтобы он там кого-нибудь угостил.
Напишите свои отзывы, кто пробовал эти конфеты, понравились они вам или нет, чем понравились, чем не понравились, в каких странах, городах вы их видели, продаются ли они в вашем городе. Также ставьте лайки, стараюсь я все эти обзоры делать для вас, чтобы вы не покупали фигню всякую, не тратили свои денежки, а берегли их на всякие вкусняшки более лучшие, дорогие. Также смотрите обзор на технику, влоги, как мы с сыночком живем, путешествуем, отдыхаем, занимаемся, развиваемся. Также болталки, как я с вами болтаю, рассказываю разные истории. И подписывайтесь обязательно. С вами был канал Art Mania. Всем пока-пока.